Уже сейчас в Россию тоннами завозятся фрукты и ягоды. Ходовые, арбуз, дыня, черешня и абрикосы. Многие считают, что для употребления они негодны и будут правы, но не во всех случаях. Сегодня ревизоры нагрянули на каширинский рынок. На одной из самых крупных оптовых точек города недавно начали продавать арбузы. За короткое время, по словам торговцев, спрос на них значительно вырос. При этом мало кто обращает внимание на то, что полосатая ягода может быть опасна. Если ее созревание не пытаются ускорить за счет химии, специальный прибор должен показать содержание нитратов не больше 60. Эта же продукция не прошла проверку. 330. То есть превышение уровня нитратов 5,5 раз. То есть его нельзя есть такое еще кушать. Что же касается бахчевых коллег арбузов казахстанских дынь, содержание нитратов в них превышено и вовсе в 25 раз. Продавцы не скрывают перед тем, как выложить товары на прилавок. Самостоятельно проверку на содержание вредных веществ не проводят. Нет, мы не знали об этом. Но об этом могут быть знали те, кто выращивает арбузы. Вот. А мы сами об этом не знали. Данные бахчевые культуры и ягоды опасны для употребления в пищу, потому что могут вызвать пищевые отравления, падение давления у людей с пониженным давлением, вплоть до обморока. По прогнозам координатора народного контроля, арбузы можно будет употреблять только через месяц, а дыни и вовсе лишь в августе. А вот черешню и абрикосы можно приобретать уже сейчас. Содержание нитратов в этих ягодах и фруктах не превышает допустимую норму. Вячеслав Ватутин, Дмитрий Пищулин, Урал-1.